Так, ну и что это такое? Наш любимый жрачкан. Я не могу это все купить, у меня столько денег нету. В смысле? Должен вам напомнить, что это меня из-за вас уволили с работы. Здравствуй, дядя стрёмный наш. Это моя песня. Был бы там придурок волос. Здорово, дружище. Был неправ, хочу извиниться. Ты уже слышал песню? Да, да, я слушаю, но как-то успел. Пел. Ты просто не поверишь, они сами ко мне пришли. Я опубликовал про них рекламу, так что твои бобры скоро станут знаменитостями. Ну что, мы прощены? А теперь купи нам вафли, пожалуйста. С тобой лягу. У меня братья храпят, спать мешают. Ладно, хорошо, но не факт, что я не умею храпеть. Тедди, где твоя половина? Пацаны, харе дрыхнуть, Рождество проспите. Давайте, вставайте. Давай, бежим скорее, скорее, бать. Как? Дядя Дэйв. Я сказал дядя Дэйв. О, мне сделали подарки. Конечно. Так, это у нас... Компас. Отлично, теперь в лесу не заблужусь. О, Тедди, замечательный рисунок. Ой, какие красивые репки. Очень классно. Это не репки, это мы. Ребят, я все понимаю, но я не хочу, чтобы вы ко мне привязывались. Потому что когда-нибудь настанет день, когда вам придется уйти. И вам станет трудно без моей поддержки. Вот ваши подарки. А что это такое? Какие-то карточки? Кто ждет Санта-Клауса? Ян? Ура, дядя Ян пришел, подарки принес. Что ты делаешь? Пацанам подарки, как видишь, принес. А сам-то что подарил? Облигации. Офигенный подарок. Салей маленькум. Кто ждал этого вечера? Ну ладно, короче, перед вами выступает Алик, Саня и Тедди. Зацени, как тебе? Что за хрень? Так это ж Алик. Не похож на Алика. Ну да, это пародия его. Зато за такого 900 баксов дадут. Ян, не деньги главное в этой жизни. Да эти хомяки могут сделать из нас миллионеров. Послушай, они просто маленькие ребята. Нет, они грызуны, на которых можно заработать кучу бабла. Но я тебе обещаю, я сделаю все, чтобы они перебрались ко мне. Эй, пацаны, ну как у вас дела? Офигенно поете, молодцы. Ну что, вам нравится, что я для вас сделал? Да, спасибо, дядя Ян. Ну вы, наверное, так всегда пируете. Да нет, да и стараетесь нас не баловать. Слушай, Алик, я не хочу плохое говорить про Дэйва, но за вашей спиной он говорит, что вы наивные ложки. Что? Что? Ложки? Да, ребят, я знаю, что вам это неприятно, но если вам что-то понадобится, дядя Ян на связи. Давай, придурок, сворачивай с моей дороги, не мешай мне. Ребята, а как проходит уборка? Здорово! Вы чего ерундой страдаете? Я ж просил вас убраться в доме. А за нас уже убираются. Ребята, знаю, это непривычно. Раньше вы были на деревья, а теперь вы стали... Круче Элвиса Пресли. Это не значит, что вы целый день можете фигней страдать. А дядя Ян говорит, что нам можно делать все, что захотим. А еще он сказал, что мы должны получать деньги за то, что поем. Да, вы получаете деньги, но я их откладываю, чтобы сэкономить. И на всякую фигню деньги не тратить. Набрались, вы же еще дети. Так дети или наивные ложки? Что? Дядя Ян сказал, что он любит больше нас, чем ты. Так валите к своему дяде Яну, если он любит вас больше, чем я. Дэйв, ты обижаешься на нас? Дорогие ребята, мне жаль, но я не смогу вас воспитывать. Видимо, он с самого начала хотел, чтобы мы ушли. Таны, теперь это ваша новая хата. Вау! А что будет за нарушение? Да мне пофиг, хоть дом сверните. Вау! Хватит, мне страшно. Я же даже описался, хватит. Эй, отдай.
Мне понравилось, давайте еще раз. Ну что, а как ваши голосовые связки? Думаю, с вами все нормально? У нас все тип-топ. Господи, Саня, сними ты эти убогие очки, ты ж не Гарри Поттер. Надо носить, как у меня, супер модные современные очки. Вот, другое дело, вот это краш. Я ни хрена в них и ничего не вижу. Да какая нахрен разница? Главное, что красивые. А теперь го за мной. Стойте, меня подождите.